На 63-м году ушел из жизни чемпион мира по легкой атлетике Эммет Кинг. Его убили в американском Бессемере. Об этом сообщает NBC со ссылкой на власти штата Алабама. По информации полиции, Кинг поругался со знакомым Уилли Уэллсом, в результате чего началась перестрелка. По словам очевидцев, мужчины стреляли друг в друга из пистолетов. 60-летний Уэллс умер до приезда полиции, а 62-летний Кинг скончался позже в больнице. На чемпионате мира 1983 Кинг завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров и бронзу на дистанции 100 метров. Он входил в состав сборной США на летних Олимпийских играх 1984 и 1988 годов.